16 по 18 июня компания «Жаска» приняла участие в 26-й международной специализированной торгово-промышленной выставке «Зерно комбикорма ветеринарии-2021» на ВДНХ в Москве, крупнейшем ежегодном форуме, пользующемся заслуженным признанием специалистов как в России, так и в странах СНГ и Восточной Европы. Это первая международная выставка в России после долгого перерыва из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в мире, в которой приняли участие 207 компаний из зарубежных стран и 34 регионов России. Мероприятие посетили люди, непосредственно связанные с АПК и пришедшие с конкретными задачами и целями. Компания «Жаска» пришла на эту встречу во всей красе. На нашем стенде были продемонстрированы самая передовая модель экструдера для производства кормов и мешкозашивочный комплекс. Вся линейка наших пресс-экструдеров в марте текущего года получила европейский сертификат качества SE, что позволяет экспортировать нашу продукцию в любую страну Европейского Союза. Мы также продемонстрировали мешкозашивочный комплекс в действии. Благодаря отзывам заказчиков, мешкозашивочный комплекс успешно модернизирован. В доказательство, за время выставки было прошито немало мешков. Любой мог посмотреть на комплекс в работе. На выставке компания «Жаска» рассказала о своих новинках. Новый маслопресс, аналог маслопресса чешского производства и экструдер для производства кормов для домашних животных. На выставке мы получили много приятных отзывов о работе нашего оборудования от своих давних партнеров и заказчиков. Что ни говори, а всегда приятно встретить старых друзей и услышать от них теплые слова. Будем с нетерпением ждать очередной возможности продемонстрировать свою продукцию и обменяться опытом. И пусть все остаются здоровыми!